К другим темам. 720 казахстанцев должны будут уплатить налог на дорогую недвижимость, сообщили в Комитете госдоходов. Выплаты могут превысить 600 миллионов тенге. Собственники проживают в Алматы, Астане и Шымкенте. Они владеют дорогой недвижимостью, которая оценивается от 100 миллионов тенге и выше. В настоящее время по налогу на имущество физических лиц установлена прогрессивная шкала налоговых ставок в зависимости от стоимости. Аналогично по налогу на транспорт установлена прогрессивная шкала налоговых ставок в зависимости от объема двигателя, подчеркнули ведомстве. Также сообщается, что в 2023 году будет подготовлен новый налоговый кодекс. В рамках налоговой реформы будет рассмотрена возможность введения так называемого налога на роскошь, взимаемого при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств. Данный вопрос рассмотрят в рамках рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства при Министерстве национальной экономики с учетом мирового опыта.